Мы находимся на острове Русский, в поселке жилищно-строительного кооператива «Остров». В преддверии праздника Победы мы решили познакомить вас с ветераном Великой Отечественной войны, капитаном первого ранга в отставке, в прошлом командиром подводной лодки. Владимир Леонтьевич Майстер вместе с остальными пайщиками ждет своего новоселья. Я родился в 1923 году. Мне 97 лет, в старинном сибирском городе Иркутске. Там же до войны закончил десятилетку. Выпуск у нас был 25 мая 1941 года. Подал заявление в военно-морское училище, в которое поступил в 1941 году и, соответственно, закончил. Наше училище ТАВМУ с красным дипломом и с двумя спортивными разрядами по боксу и по спортивной гимнастике. Участвовал в войне с Японией в звании лейтенанта в должности помощника командира штурмана подводной лодки М-46. Позиция была у западного побережья Южного Сахалина с задачей, которая была поставлена нашим подводным лодкам, прикрытие конвоев с десантами, которые шли из Сургавани для взятия Южного Сахалина. А конкретно, самостоятельно и по наведению с командного пункта флота уничтожать боевые корабли и транспорты военно-морского флота Японии. Прослужил на нашем Тихоокеанском флоте 34 календарных года, больше половины из которых было отдано службе на командных и штабных должностях в подводных силах нашего флота. Служить пришлось во всех наших военно-морских базах, где стояли соединения подводных лодок. Это Совгавань, Владимир, Находка, Владивосток. И 5 лет, с 45 по 50 год, я прослужил в легендарном городе Порт-Артуре. Там базировалась временно тоже наша бригада подводных лодок в количестве 12 лодок. Совершенно полноценная бригада. Ну, во время службы приходилось много лет, порядка 27 лет из 34, жить в казармах, на съемных квартирах, в совершенно неблагоустроенных домах, где проживали семьи офицеров и так далее. И там и зародилась мечта когда-нибудь построить собственный дом, чтобы под одной крышей собрать свою семью и жить вместе с семьей. Вот сейчас так случилось, что 12 лет назад умерла моя жена, с которой мы пробыли 58 лет, а я 12 лет уже живу совершенно один. Все-таки всегда надеялся, что когда-нибудь мечта, как сказка, осуществится, и под одной крышей будет жить вся моя семья. Все-таки в начале 2017 года, когда моя дочь, ученый-генетик, доктор наук, профессор и заведующая кафедрой вуза, вступила в кооператив, и надо оплатить стоимость этого жилья, которое будет построено, я, ни минуты не задумываясь, выложил все, что у меня было накоплено за долгие годы службы и за годы работы после службы, потому что в 75 году после службы на флоте я еще 22 года был на преподавательской работе в нашем политехническом университете. Ну, все шло, я считаю, хорошо. Недолгое время, но хорошо поработала московская фирма. Ну, когда деньги закончились, все, как видите, встало. Тем не менее, у меня возникло такое мнение, что наш поселок задумывался
и планировался как пилотный образцово-показательный поселок, построенный вблизи федерального университета в шаговой доступности. Поэтому такие проекты обычно властью держатся на особом контроле и не бросаются на произвол судьбы. Поэтому я надеюсь, что к следующему форуму все будет сделано, и наш президент, который постоянно бывает на этом форуме, будет иметь возможность пригласить своих высоких гостей, показать, как достойно живут и отдыхают наши ученые, наши преподаватели вузов. Мы гордимся нашим пайщиком и надеемся, что его мечта о собственном доме сбудется. К сожалению, в настоящий момент стройка остановилась. Мы находимся в полной зависимости от правительства Приморского края и Дом РФ. Мы верим, что они про нас не забудут, и Владимир Леонтьевич будет жить в своем доме.